Аналитики заявляют, что блок НАТО практически превратился в придаток внешней политики США, потому что политический курс альянса определяется прежде всего экономическими интересами Вашингтона. Я полностью поддерживаю международное право и считаю, что мы в нем нуждаемся, если хотим жить в мирном международном сообществе. Вопрос лишь в том, что от него осталось после 65 лет вмешательств во внутренние дела других стран и ряда нелегитимных войн. США нужен мир, в котором их мультинациональные корпорации имеют привилегированный доступ к мировым рынкам для сбыта их товаров и экспорта капитала. И, конечно, им нужен контроль над мировыми энергоресурсами и сырьем. Война и угроза войны всегда были одним из способов, при помощи которого США охраняли эти рынки и ресурсы. А НАТО всегда была одним из орудий этой политики.